когда с актером будешь? Не знаю даже. Денис, вон на улице меня встретишь с семьей и увидишь. Дело-то. Ты вроде один. А ты ребенка моего где-нибудь видал? Нет, все. Родные и близкие в ней медики. Вот, поэтому. Единственное. Здесь можно как-то дать и больше не выеживаться сильно, да? Тяжелая карта, кстати. При том, что ХП у команды не так много. Но Бурасик это не тот танк, который ты поехал и всех убил. Блин, ну я же вообще снаряды просирать. Мне сейчас ему это... Ах ты маленькая тварь. Так, ладно, там еще хелкат какой-то. У нас не все хорошо здесь. Типа один скорпион. Здесь еще есть бурасик. Блин, скорпион может сдохнуть, да? Да, скорпион сдох, а я уехал. Охерей там делегация. Хотя бы так. Ох, там и КВ-2. Ох, ох, нихера там народ повалил. Че, по Бурацку нет инфы, да? Так, может еще зарядиться, еще шотик дать, да? Бля, ты еще погиб? Ты засветился, что ли? Ну можно... Бля, не получится уже. Ну у нас все в говне. А это, кстати, обезьяна меня в фокусе, да? Это обезьяна меня в фокусе, то ладно, отходи еще два дам. Сейчас здесь еще два дам. Бляха, откуда вы беретесь? Надо этих быстрее убивать и потом этих встречать. Вылетел, что ли? Хорош.
Ага. Так, надо этот прикрыть. Там еще бурасик же, да? Блин, нет. Ну смотри, куча ваншотов. В принципе, не страшно. Ничего, бланить могут начать. Так. Но единственное, наверное, надо эти бурасики встречать. Но пока время есть, спешить не надо. Сюда приехал. Хорош. Хорош, мужик. Хорош, мужик. Так, он по мини-карте отъехал. Отлично. Нормальная командная работа, брат. Так, ну смотри, там все ваншоты, я так понимаю, да? А теперь с другой стороны встречать. Если череотр. Череотр, непонятно где там. Так, это мы тоже убили. Так, а где череутро? Я просто боюсь, а у него... Я просто боюсь, сколько у него этот... Он же меня может убить, да, за выстрел? 8 уровень. Ну да, он меня убивает. 360 же у него альфа, напомните. Пейте, пожалуйста. Я охренел, что арта вот здесь сидел. Я просто боюсь, он где-нибудь там может быть. А, 390, я понял. Вообще, я ему нашел, да? Вот. Я им нашот, и он нашот. Но он где-то прячется. Мне надо понять, где он. СУ-100, едь уже. Он напрочь отказывается ехать. Так.
Да, блядь, ты съезди, ты даже сдохнешь, инфа будет хотя бы. Не знаю. Там же не... Там вряд ли он будет, да? Где-то. О, головной бой, здорово. Здорово, здорово, головной бой, спасибо тебе огромное. Да, Флаппер, кстати, я рассказывал про тебя, хвалил, говорил, ты красавчик вообще. А я ему рассказал, что ты его хвалил. Да. Ну ты правда его хвалил, то я приходил на стрим. Я вам рассказал, прикольный чувак. Привет, Дима. Удачного стрима и побольше лайков. Вчера к нам в Укреп в гости Бибы пришел поиграть. Здорово, здорово, голубой. Спасибо. Сейчас я нормально, так сказать, зачитаю. Расскажу. О, отлично. Десять фрагов, пацаны, 10 фрагов на бурасике, так сказать, 4600. Ну, если он на стойке. Ну, вот Сусто молодец, инфу дал. И я рядом был. Но я мог, если был в районе захвата, мы бы выиграли. Короче, победа, ребят, победа, 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 победа. Медалик набрал еще, вот тут основной калибр, воин, как бы, медаль пула, 10 фрагов. Вот, все. Что там, 3500 есть? 3600 аж, 3600, охереть здесь, на самом деле, чтобы... Я часто погорячился, 3500 урон за стрим, в плане, чтобы 3500 на нем держать, пипец на нем вспотеть надо. Это на гайд получается? На складе левши скоро появится, ребят. Бой этот. Кстати, кто смотрит склад левши, подписывайтесь обязательно на канал.